ты перевернула всю мою жизнь после встречи с тобой. От и до. Я думаю, это даже была любовь с первого взгляда. Но я понял это время спустя. Ты показала мне, что можно быть любимым и можно любить. С тобой я готов дать вызов любым невзгодам ради нашего благополучия. Ты самая любимая и самая желанная. И сегодня перед тобой и всеми собравшимися я клянусь, что я буду любить тебя и буду верен тебе. Я люблю тебя. Мой милый, любимый Артём, я очень счастлива, что ты появился в моей жизни. Я клянусь быть тебе любящей женой и быть самой лучшей матерью для наших детей. Я клянусь оберегать нас, наш очаг, дарить тебе ласку и заботу и поддерживать тебя во всем. Я тебя очень сильно люблю. Дорогие гости, друзья, родственники, знакомые. Спасибо, что сегодня вы собрались в этот день с нами и подарили капельку своего тепла нам, чтобы и наше пламя горело и разгоралось, и с годами только усиливалось. Спасибо вам. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо нашим родителям, маме, папе, папе. Вы у нас самые замечательные, самые крутые, самые классные. Ну, слов не найти. Спасибо, спасибо, что выбрали нас, и мы родились у вас такие классные. Хочу сказать всем спасибо. Вы подарили море эмоций. Каждая эмоция — это наворачиваются слезы от счастья. От счастья, что все пришли, порадовались вместе с нами. И я также хочу всем пожелать
такие же эмоции. У кого есть детки, вырастут, выйдут замуж, такие же эмоции, чтобы все у них получилось. В общем, каждой семье, каждому человеку, кто пришел сюда, мы делимся частичкой нашей любви, тепла, счастья и радости. Спасибо всем. Мы вас любим.